Или... Приехал в Пуэрто-Варас. Это южный озерный край Чили. Вот такая у меня дачка здесь. Такая дачка. Уютная. Холодно здесь, конечно, прохладно, но все-таки озеро и зелень. Здесь озеро такое бурное, но влезть в него хочу, чуть попозже влезу, хоть и холодно. Интересный, много цветов здесь.
Утро 16 декабря. Скоро выезжать из отеля. Солнышко. Вчера дождь барабанил весь день, сегодня солнышко. Летают и кричат какие-то ибисы здесь. Вон он сидит. Цветы, птицы летают. Огромные ромашки. Большие челюсти. Вот мой отель. Варас вдали. Погода какая чудесная. Ну, тучи могут опять найти. Такая вода сегодня. Спокойная, тихая. Сейчас уже надо ехать. Конечно, на природе в каждом месте дня три надо находиться, чтобы разную погоду поймать.